Всем привет, пацаны, девчата! Сегодня мы с вами будем смотреть новый трейлер и, наверное, последний трейлер уже перед премьерой сериала «Джессика Джонс». Полноценный трейлер наконец-то вышел, уже 3 недели, как эта премьера осталась, они выпускают только первый полноценный трейлер. Марвел в своем духе умеют, могут, конечно, это наоборот хорошо, потому что никаких кадров много не предоставляют, чтобы как бы потом самому насладиться всем этим. Ну не будем тянуть кота за хвост и начнем. Да, пожалуй, начнем. Но это сцена из комиксов. I'm just trying to make a living, you know, booze costs money. Usually. Джессика Джонс. Нормально. I saw you. What do you want to know? Can you punch through a wall? Нормально. Мне это нравится. A slow moving car. The way I see it, being a hero just puts a target in your back. Been there, done that. Та самая песня. Она будет в заставке, я уверен. But his ability was to make people do whatever he wanted. You like mind control? You have no idea what I've done. What he made me do. Jess. He isn't here now. Well, he's always here. Yes? You'd like to invite me in? Дэвид Теннант в роли Килгрейва. Абсолютно. Нифиг. Он просто мыслями завладевает. Килгрейв leaves a trail of broken people behind him. He made me jump for hours as high as I could. He said I was never as good as you. He's back. He's coming for me. Let's start now. No! Jessica. I'm the only one who matches you. And we're inevitable. Oh my god. God didn't do this. The devil did. And I'm gonna find him. The star. Come on, Jessica. I am the star. Don't play the hero with me. Охереть. Это, походу, будет интереснее сорвить головы, потому что будет некий детективчик. Кстати, я уже в группах прочитал, где. Если что, кто не знал, потому что, наверное, многие не знали, это не так популярно. Где это было? Здесь. Нет, еще-ка. Ах ты мразь, хватит уже. Смотрите, видите, где курсор мыши? Опа. Но если не видите, то, короче, я просто забываю иногда курсор мыши либо включаю, либо выключаю, я не помню. Ну, вы видите сзади мужика, этот Стэн Ли, да, его камео такое же, ровно такая же фотка была в «Сорвиголове». Все помнят. Такое же камео, наверное, здесь будет. Но здесь также ожидается полноценное камео «Сорвиголовы» в одной из серий. Потому что в комиксах это был комикс перед сериалом, ну, некий такой... Ангоинг, не ангоинг, так сказать, а предисловие, вот. Будет, как бы, там был «Сорвиголова», и здесь, я надеюсь, тоже будет. Давайте еще раз посмотрим. О, мой бог. Бог не сделал это. Потому что прикольный трейлер вообще. Дэвид Теннант хорош, у него голос прикольный. Джессика Джонс. Netflix, 20 ноября. Ждем, конечно.
Ну что же я могу сказать про трейлер? Трейлер мне действительно понравился. И мне кажется, что сериал «Джессика Джонс» будет намного круче, чем «Сорвиголова». Благодаря вот этому всему и благодаря, собственно говоря, Дэвиду Теннанту, который играет Килгрейва, пурпурного человека. Пурпурный человек, мне кажется, они сделают его очень интересным персонажем, очень интересным злодеем, даже интереснее, чем Уилсон Фиск. Но это надо посмотреть будет, потому что как это все реализует, пока это очень загадочно и интересно, то, что это будет в роли некого детектива. То есть Джессика Джонс уже встречалась до этого с Килгрейвом, и он возвращается. Он как некий демон для нее. Он возвращается, и она будет пытаться найти его. И это на самом деле очень интересно. Очень интересно на все это будет посмотреть, как это будет, собственно говоря, реализовано. Ну а мы с вами будем ждать, конечно же, выхода Джессики Джонс, и потом я запилю ревью на этот сериал, потому что реакцию на 13 серий делать бессмысленно, я лучше сделаю ревью, потому что реакции делаются на сериалы, которые выходят, то есть, посерийно, то есть, я серию смотрю и обсуждаю ее, здесь я только обсужу весь сериал, то есть, не буду смотреть, посмотрю я сам, потому что 13 эпизодов выйдут, собственно, в один день, я, может быть, залпом гляну. Поэтому посмотрим, как будет. Вот, ну а с вами был я, Blacks Infinity. Вечером ждете стрелу. Простите, что сегодня выпустил флеш, а не вчера, потому что проблемы были кое-какие там у меня, поэтому не смог как бы выпустить флеша. Но вот сегодня выпустил, надеюсь, ничего страшного. Агенты щит, сразу говорю, будут в воскресенье, потому что 4 видео в день не вижу смысла выпускать, вот. Стрела сегодня, потому что стрела по актуальной агентов щит, так сказать, поэтому вот. Все, с вами был я, Blacks Infinity. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии. Пока-пока!